Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Андрій Ніколаєнко, голова політичної партії «Основа», дипломат, координатор української бізнес-ініціативи. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Андрій Іванович, ну, собственно, з чим то ж називається «Сначала», якими судьбами в Ніколаєві в этот раз? Да, правильно, в этот раз, недавно, сравнительно недавно, в мае месяце мы были в Николаеве вместе с Сергеем Тарутой в рамках начала нашего такого регионального тура партийного. Сегодня причина визита еще более существенная, потому что мы представили главу областной организации. Им стал Артем Василенко и известная здесь в Николаеве, я думаю, личность, человек, который на конкурсе главы областной администрации занял почетное второе место. Я думаю, что если бы это было все прозрачно, то он мог бы и победить, и быть сегодня главой администрации. Вот. Он сильный, я считаю, общественный деятель, известный, с правильным подходом. Вот сегодня я его в Николаевской громаде представил как того, на кого решила сделать ставку партия «Основа» здесь. При этом это не было какое-то решение Киева, а его кандидатуру поддержало большое количество тех активистов и тех бизнесменов, с которыми мы встречались тогда в мае. То есть мы обратились между собой обсудить и предложить от того человека, вокруг которого вы готовы сплотиться, вокруг которого вы готовы писать, вместе с которым вы готовы писать программу для Николаева, стратегию 2030. И была предложена его кандидатура после... Несколько было, кстати, инициативных групп, но он объективно самый сильный. Хорошо. Какие же теперь задачи партия ставит перед вновь назначенным руководителем областной партийной организации? Ну, безусловно, поскольку мы партия людей дела, мы заинтересованы в том, чтобы максимальное количество людей именно дела, людей, за которыми есть история успеха, становились нашими не просто сторонниками, становились партийцами и теми, кто будет показывать, что есть альтернатива тому кошмару и тому бардаку, который происходит не только на уровне страны, но и на уровне регионов. Поэтому задача перед Артемом стоит такая – доносить идеи, идеологию партии и наши позиции по основным болезненным вопросам здесь, на местном уровне. Давать обратную связь в центр относительно того, что волнует николаевцев, где какие-то обостряются проблемы, у вас были проблемы там, с работой портовой инфраструктуры, у вас судостроительный комплекс в таком хроническом кризисе, и, к сожалению, там уже наладан дышит или уже даже где-то не дышит. То есть, как решать эти проблемы, это должно генериться здесь на месте, а мы должны помогать это реализовать в национальном масштабе. Ну и, безусловно, сегодня страна проходит через формирование ОТГ, он руководитель не городской, а всей областной организации, поэтому задача отслеживать, где, какая, в каком этапе следующем будут выборы в объединенных громадах. И если мы видим там достойных кандидатов, которые разделяют наши ценности, нашу позицию и нуждаются в нашей поддержке, готовы стать членами команды, значит, поддержать, участвовать в выборах и побеждать. Я думаю, что на Николаевщине мы смогли бы показать хороший результат, потому что мы знаем настроение людей, жителей юго-востока Украины. Мы понимаем их боли, и я думаю, что наша позиция и позиция по большинству острых вопросов, которые сегодня есть в стране, они очень совпадают. Партийная структура уже каким-то образом существует на территории города Николаева, Николаевской области, либо, собственно, вновь назначенному руководителю предстоит сейчас этим всем заниматься? У нас партия «Основа», до того, как она стала называться «Основой», она носила другое название. И это происходил такой эволюционный процесс. Несколько итераций было присоединение групп людей к партии, изменялось название дважды. Сегодня мы «Основа». Я уверен в том, что это всерьез, надолго, я надеюсь, что вообще до конца существования этой партии на многие десятилетия. Вот. Была команда людей, которая была сначала в партии нейтралитета, потом в партии громадянин, то есть она переходила. Эти люди есть, большинство из них хочет и готовы дальше заниматься работой для развития партии. Но при этом мы понимаем, что нам нужно задохнуть совершенно новое качество. То есть это должны быть не просто а какие-то очередные партийные функционеры, а нам нужны те люди, которые архисложная задача, которые мы ставим, привлечь тех людей, которые 25-26 лет избегали политики, то есть считая его чем-то, политику чем-то грязным, нехорошим. Вот думали, пусть кто-то занимается, а я пока буду делать, там, оперировать людей, а я буду учить, а я буду бизнес создавать.
И вот получилось так, что люди, уходя от вот этой вот желания брать ответственность за всю территорию, каждый думает, что он, делая важное, достаточно. На самом деле получилось, что те популисты, лицемеры и часто люди абсолютно без реальных знаний профессии, реальных знаний каких-то фундаментальных, на популизме, зайдя в властные кабинеты, сделали так, что всем вот этим людям дело, которых на самом деле большинство в стране, им жизнь стала невыносимой. Кто-то теперь бежит из страны, кто-то стал обнищал, пенсионеры, которые вышли на пенсию, которые не могут себе зарабатывать, они брошены на произвол. То есть наша задача вот втянуть в процесс реформирования страны тех людей, которые этого тщательно избегали, потому что это не проект под одного человека, это не проект под Таруту или под меня, это проект, это партия с идеологией и с ценностями. Вот в чем наше основное отличие. Видите ли вы, скажем, среди своих задач на какую-то перспективу участия в парламентских выборах, участия в президентских выборах? Безусловно. Это абсолютно не то, что это чья-то личная амбиция, а это, безусловно, необходимые компоненты политической борьбы. Мы не пошли этим заниматься, потому что мы хотим заниматься политикой. Та команда людей, которая объединилась на уровне Киева, которая сегодня присоединяется к нам в регионы, это те люди, которые понимают, что у любого нормального украинца сегодня стоит выбор. Либо бежать со страны, либо бороться за страну. Если бы я видел другую политическую силу, которой я бы мог доверить, я бы присоединился к ним, либо просто пошел проголосовал, если бы видел, что они компетентны. Поскольку мы столкнулись с тем, что подходит принцип «если не я, то кто?». Давайте будем делать все вместе. Поэтому, безусловно, мы будем принимать участие в президентской кампании и выдвинем кандидата. Кто им будет, покажет праймерис, мы сделаем очень все прозрачно. И, безусловно, парламентской. Более того, мы рассчитываем, что основа сможет набрать такой результат, который позволит нам, если не стать фундаментом новой коалиции, то как минимум так, чтобы новая коалиция в парламенте не сложилась без нас. Потому что сегодня 33% людей, которые собираются, социологию, которую мы сделали последнюю, 33% людей, которые собираются принять участие в выборах, считают, что в новом парламенте коалиция должна быть на основе не представленной сегодня в партии. То есть это больше, чем совокупный рейтинг сегодняшних лидеров полигонов, так называемых. Хорошо, немножко еще о наших местных николаевских проблемах. Ну, думаю, вы о них наслышаны, потому что, собственно, о них так или иначе говорила вся страна. В Николаеве у нас такая, скажем, прямо уникальная ситуация. Знаю. Городской совет досрочно прекратил полномочия городского главы. Партия «Основа» каким-то образом выработала свою позицию по всей этой истории. Мы провели анализ. Мы точки расставит суд. Я уверен, что мыский голова будет обращаться в суд, потому что есть основания полагать, что был нарушен регламент. Для нас также очевидно, что это решение не смогло бы состояться, если бы не союз сегодняшних якобы антагонистов и противников, это БПП и оппозиционного блока. С другой стороны, очень уникальная ситуация для Николаева. У вас мэр является представитель партии «Самопомощь», рейтинги, которые здесь именно в Николаеве, сегодня катастрофически низки. То есть это было ожидание тогда, 2014 года. Я помню, как этот человек становился мэром. Более того, я знаю людей, которые в партии «Самопомощь», вернее, во фракции «Самопомощь», не партии, помогали, поддерживали его. И, безусловно, хорошо то, что он не человек системы, то есть и может что-то привнести новое, умеет выстроить коммуникацию с внешним миром, но однозначно ему не хватает поддержки в горсовете. Моя перспектива, мой анализ перспективы, как будет развиваться ситуация, что, с одной стороны, если есть нарушение регламента, мэр может по суду восстановиться, но в украинском практике еще нет прецедентов, что он потом берет полномочия и управляет. Более того, с таким горсоветом эффективной работы не получится, значит, это будет плохо для николаевцев. Я не считаю ничем страшным пойти на круг перевыборов. Поэтому, если Рада прекратит полномочия не только мирского головы, а сегодня есть три законопроекта, которые включают один из них, и прекращение полномочий городского совета, и все пойдут за новым мандатом доверия от общества, то основа будет в этом участвовать. Кого мы поддержим на мэрские выборы, думаю, это вопрос следующей нашей встречи, я вам тогда уже скажу, мы определимся. Ну да, на самом деле
Мы все в ожидании, но пока Верховная Рада молчит. Срок, проекта законопроекта дата, есть. Дата и выборов городского головы пока не назначена. Ну и действительно зависла ситуация с городским советом. Понятно, что да. Когда, собственно, эта тема будет актуальна, то, очевидно, политическая сила определится с форматом своего участия. Об общенациональной повестке дня. Да. Ну, мы помним, что весной, собственно, вы возглавили партию «Основа», и тогда вы заявили о том, что партия ориентирована на средний класс. Средний класс – основа украинской государственности, будущее нашей страны. У нас есть вообще средний класс в стране? Извините. Я вам скажу, это, скажем так, я с момента весеннего вот того интервью, которое вы сейчас процитировали, я несколько уточняю риторику. Мы, как партия, ставим для себя задачу, чтобы 50 плюс процентов населения Украины, граждан страны, были средним классом. То есть мы не пытаемся прийти к власти, победить, только основываясь на минимальном среднем классе, который сегодня, к сожалению, превратился в Украине в 5-6%. Людьми, которые считают себя средним классом по социологии, порядка половина украинцев, 48% украинцев считают себя средним классом. Потому что в нормальной стране с развитой экономикой они им бы и являлись. Любой профессор вуза, любой инженер, любой врач в Европе, даже в Польше, это представитель среднего класса. Он зарабатывает столько, что он имеет доход, который ему позволяет быть в этой категории. Что же произошло в Украине? Что те люди, которые имеют высшее образование, некоторые несколько, работают с утра до вечера, выполняют огромный объем работы, то есть каждый работающий человек элементарно не может не то что на отдых рассчитывать, он не может заплатить одновременно и тариф, и обеспечить пропитание семьи. Так вот, партия «Основа» ставит своей главной задачей защиту интересов работающего человека. Потому что сегодня многие популистские проекты и так называемые партии, они пытаются спекулировать, адресуясь исключительно к пенсионерам. Мы вам понизим тарифы, мы вам понизим пенсии, а у нас принцип другой. Ребята, если не будет возможности у украинцев в Украине работать, а не бежать за рубеж куда-то на заработки, если они не будут здесь уплачивать налоги, предприниматели, любой наемный сотрудник, доход со своего заработной платы, не будет чем платить пенсии. Все держится на работающих людях. А для власти это вообще не приоритет. И мы смотрим, что даже для оппозиционных партий они пытаются заигрывать с теми, кто хорошо ходит на выборы. Вопрос не в тех, кто ходит на выборы. Вопрос в том, на ком держится страна. Страна держится на людей труда, на людях труда. И когда мы говорим, что мы люди, которые за своими плечами имеют успех, имеют реализованные проекты, то мы понимаем, какую ценность имеет любой обученный, ценный кадр. Сегодня многие бизнесы не могут открыться в Украине элементарно из-за отсутствия трудового ресурса, потому что люди уехали, специалистов нету, новые не готовятся. И любой бизнесмен, да даже не бизнесмен, нехватка врачей колоссальная, нехватка преподавателей колоссальная, уровень профессионализма падает. То есть сегодня демотивируются люди работать. Либо быть иждивенцами, либо выезжать из страны. Вот это самый страшный тренд, который есть. Я прошу меня, так что же с этим делать? Это, собственно, следующий вопрос, который я планировал задать. Потому что на самом деле квалифицированная рабочая сила уезжает, потому что находит для себя лучшие, собственно, условия за пределами этой страны. И также массово, извините, бежит молодежь, которая потом не планирует сюда возвращаться, получив какую-то, возможно, квалификацию. Да, это большая угроза на сегодняшний момент, по моему глубокому убеждению, чем война, которая находится на нашей территории, происходит на нашей территории. Почему бегут люди? От невозможности, по их мнению, самореализации здесь. Порядка 80, вдумайтесь в эту цифру, 80% украинцев считает, что в Украине они не смогут реализовать свой потенциал. Это результаты социологии, которые мы делали. То есть в разных регионах по-разному, особенно это остро стоит проблема в Николаеве, в Херсоне, в Запорожье, в Днепропетровске, вот здесь, на индустриальном сердце Украины. И мы говорим о том, что мы как партия предлагаем конкретные рецепты, как запустить экономику, у нас есть этот план. Когда нас спрашивают, вот только что на пресс-конференции, а чем вы отличаетесь? Мы отличаемся тем, что у нас есть три ответа на три колоссально важных вопроса. Что делать с экономикой? За счет каких отраслей экономика может начать расти уже со следующего года? И не 2%, не 3%. Это недостаточный рост для того, чтобы мы не обанкротились. Страна фактически отложенный банкрот. Без транша МФ мы прекращаем свое существование как государство.
Поэтому нужно бурный экономический рост. У нас есть план, как его обеспечить. И он подготовлен не только какими-то партийными функционерами, а это совместная работа украинского бизнеса и украинской науки, которую мы просто как партия взяли как Библию свою экономическую. Второе. У нас есть четкий план реформирования системы государственного управления. Коррупция, против которой все сегодня борются, это результат неэффективной системы государственного управления. У нас есть четкое понимание, какое должно быть правительство, сколько у него должно быть полномочий, сколько должно быть полномочий на местах, а какие полномочия вообще не должны быть ни у центральной, ни у местной власти, должны быть у самоопределяющихся граждан. И третий вопрос, и третий ответ от основы, это как сделать мир в Украине. Вот эти вот три ответа нас кардинально отличают от тех, кто сегодня либо во власти, либо на нее претендует. И мы это готовы предъявить избирателю или любому желающему стать нашим сторонником здесь и сейчас. И мы под реализацию этих планов формируем команду. Не когда мы, как у нас привыкли делать, мы придем к власти, там мы разберемся. Нет. У Украины нету запаса времени приходить к власти и разбираться. Вы помните, когда назначили иностранных туристов министрами? А потом к ним, когда задавали вопросы, а чего ты не делаешь? Он говорит, а я разбираюсь. Министр экономики говорит, я разбираюсь. Я еще не разобрался, сколько у меня предприятий. Зачем ты соглашался? Просто чтобы у тебя флажок был, что ты министр был когда-то. Это колоссальная безответственность. Мы, люди, как дело, к этому подходим очень ответственно. Мы возьмемся только за те вопросы и за те сферы, где мы четко понимаем, что делать. Хорошо. Вот есть несколько тем, которые на слуху. Ну, например, собственно, уже вот сейчас, этой осенью, с началом, со стартом нового политического сезона, Верховная Рада проголосовала пенсионную и медицинскую реформу. И слышим разные точки зрения на проголосованные документы. Слышим критику, слышим, наоборот, что это нормально, и движемся дальше. Вы что думаете по поводу этого? Я думаю, что реформы, само суть значения реформы, это кардинальное изменение базовых принципов, результатом которого должно быть что-то, что почувствует конкретный гражданин. Я убежден и могу разложить по полочкам. Жалко, что это формат эфира это не позволит. Почему ни одна, ни вторая реформа не приведут к кардинальному изменению базового показателя? Улучшение качества жизни украинца, либо в случае медицинской реформы продолжение его жизни. Медицинская реформа – это про перераспределение финансовых потоков. То есть они должны как-то по-другому перераспределяться. На самом деле медицина доступнее не станет. Денег на ее функционирование у нас меньше 3% заложено в проект бюджета на следующий год. В нормальных странах это от 10 до 15%. В мире нету страны, нету, еще раз, ни Соединенные Штаты, нету страны, где граждане были бы довольны своим состоянием медицинских услуг. Все хотят что-то улучшить, что-то апгрейднуть. То, что реформа нужна, это факт. Но в основе реформы должна лежать, с одной стороны, доступность, с другой стороны, гарантированная возможность. Реформа без одновременного начала страхования и всего комплекса оплаты услуг, она невозможна. Медицинская реформа в своем законе предусматривает несколько пунктов, которые нарушают Конституцию. Она может быть элементарно отменена в судебном порядке. Пенсионная реформа. С одной стороны, идет речь об изменении пенсионного возраста, а начисление трудового стажа – это правильно про стаж, неправильно про возраст, потому что, глядя на соседние государства, мы видим, что там обратная тенденция. Но самое важное, там вот этот вот инструмент добровольного пенсионного страхования, он опять переносится в возраст, во времени. Эти все реформы важны, но они не могут под собой подменить основную реформу, и они не могут быть отдельно. Основная реформа, как я уже сказал, это реформа государственного управления. Все остальное – это следствие этой реформы. Какие полномочия на местах, какие полномочия в центре, какие полномочия у государства, где мы даем человеку право самоопределяться. У нас в 90-х произошла такая декоммунизация, все, частную собственность разрешили, приватизация пошла, вроде рыночные отношения кривые какие-то, но они есть. А в сфере государственного управления у нас такой жесткий командно-административный метод, который сегодня еще законом про этих губернаторов еще цементируется. Эти вещи, это вот совок в мозгах в плане управления у всех наших чиновников, и с другой стороны декларации про рыночную экономику и европейские ценности, это то, что два противоположных диаметральных направления. Невозможно проводить реформу медицинскую,
по европейским якобы принципам и канонам и создавать административные вертикали так, как они сегодня создаются. Я правильно понимаю, вы негативно оцениваете, вот скажем, последние вот эти новации, проголосованные парламентом, уже подписанные президентом в части отмены конкурсов на должности глав областных государственных администраций и районных администраций? Я считаю, что это... Неважно, как я считаю, что это, конечно, это хуже, это назад шаг от демократии, но это непоследовательность. Хуже нельзя придумать, когда непоследовательность решений. То есть это нужно изначально готовить правильно концепцию, госуправление, кто такой госслужащий, кто такой не госслужащий, где политическая должность, где должность административная, и как это должно и может совмещаться. Да, губернатор, безусловно, в нормальной стране это политик, а не просто функционал. Он избирается в Соединенных Штатах, в Корее, в Германии, они избираются. И, безусловно, он выходит с политической аджендой, и его выбирают как представителя той или иной политической силы. А госслужащий работает независимо от того, какой политик губернатор, он должен обеспечить, чтобы функционировал комплекс, как у нас принято было называть, народного хозяйства, экономика. То есть, чтобы предпринимательство развивалось, инфраструктура работала и все было ровно. Вот то, что у нас пытается сделать микс, с одной стороны, вроде мы хотим демократию, давайте будем как-то через конкурс назначать. Потом нам нужна вертикаль, чтобы выборы проводить. Мы же понимаем, для чего это делается. Для того, чтобы губернаторы могли быть мотивированы проводить выборы. И быть главами партий, и в том числе избираться, и быть депутатами. То есть это все фейк. И с чем столкнулись закулисно, что говорят депутаты? Там же по принципу, вот если бы сейчас вашего николаевского губернатора сняли, то по закону губернатором должен был бы стать главой администрации Артем Ващенко, который занял второе место на конкурсе. Так вот, сейчас хотят поменять многих губернаторов, это небольшой секрет. Только те, кто на конкурсах номер два, вообще не те, кого устраивает администрацию президента. И они говорят, ну давайте как-то будем из этого выходить. Потому что если сейчас снять одного, вот автоматом станет какой-то неподходящий. А почему, прошу прощения, автоматом повторный конкурс? Нет, не повторный конкурс. Ну, был бы, если бы тот закон оставался. Если бы тот закон оставался, то становился бы на должность тот, кто занял второе место на конкурсе. А если он отказался, то повторный конкурс. И такая норма, он как получался, тот, кто занял второе место, он становился резервным кандидатом. Так вот, по всей Украине резервные кандидаты не те, кого устраивают банковые. Но в любом случае, сейчас уже эта история, то, что называется, все обнулена. Да, и теперь, собственно, глава областной и районной администрации у нас не госслужащие, они могут заниматься партийной деятельностью, бизнесом, чем угодно. Тут интересный момент, а как они будут под декларирование еще попадать, посмотрим. То есть, нужно, есть принцип по госслужбе прохождения обязательности декларирования, а если они выходят из-под закона о госслужбе, то нужно им идея декларации сдавать или не нужно, и какие у них последствия за несдачу ее декларации. У госслужащих одни, у негослужащих другие. Поэтому, поверьте, это все от несистемности, это хаос, это паралич власти. Она не способна профессионально управлять государством, управлять регионами часто, потому что это люди неправильно подготовленные, не имеющие образования правильных и, самое главное, не руководствующиеся интересами общественности. Они руководствуются интересами узкокорпоративными, либо партии, либо своего бизнеса, либо своими личными. Вот пока это будет продолжаться, страна будет идти по ниспадающей. Уже дальше особо падать некуда. И я не хочу быть плохим пророком, но если кардинально мы не поменяем не людей во власти, а саму структуру власти и не изменим подход взаимоотношений между гражданами и властью и бизнесом в этом треугольнике, то страна может пойти по югославскому сценарию. И это очень, очень, к сожалению, реально. Хорошо, ну и тут, собственно, на днях мы получили очередной пример, здесь у нас непосредственно в Николаевской области, пример непоследовательности, которую вы выше сказали, а именно, ну вот, собственно, действительно, мы строим объединенные территориальные громады, действительно, процесс очень сильно задержался, но он идет, как-то он идет, голосование проходит, да, но на прошлой неделе глава областной государственной администрации избранный еще по конкурсу. Мы помним этот конкурс. Да, мы помним этот конкурс, на самом деле. Так вот, он сказал, что ему нужен серьезный рычаг прямого давления на вновь созданное ОТГ. Я думаю, это многих удивило. Нет, никого не удивило, потому что, еще раз, мы все помним этот конкурс. Что ему нужно, я думаю, ему нужно сесть за изучение украинского законодательства, которое он когда-то охранял вроде как. То есть нужно просто разобраться, есть такие полномочия у него или нет.
нету полномочий главы. Я был тоже главой облгосадминистрации. Вот. Не по конкурсу назначу. Я знаю, как взаимодействовать с местным самоуправлением. Это очень чувствительный. Нужно воспринимать любого мэра как равноправного партнера. Нету подчинения по линии губернатор-мэр. Потому что за ним стоят люди, в отличие от вот этого, пусть и по конкурсу, но по факту назначенного банкового человека. И то же самое было в моей истории. То есть, если ты перестаешь уважать мэра, начинаешь с ним бороться, то от этого не выиграешь ни ты, ни мэр, и главное, не выиграют граждане. То есть, нужно понимать, что человек, получивший мандат доверия от граждан, заслуживает того, чтобы ты его уважал. Особенно, если ты назначаемый. Я считаю, что руководство областей должно быть избираемым этими областями. Тогда же есть угроза сепаратизма. Угроза сепаратизма есть тогда, когда нету национальной идеи. Когда национальная идея украсть и затащить домой, когда нам закидывают в повестку дня вопрос языка, религии, истории, вот тогда есть угроза сепаратизма. Когда экономическое благосостояние и объединение вокруг экономического роста и жизни граждан становится национальной идеей, тогда никакого сепаратизма нет. Все хотят жить в успешной стране. Хорошо, есть еще, собственно, две темы, которые хотелось бы обговорить. Одна из них, собственно, продолжает действовать мораторий на продажу земли сельхозназначения. И, собственно, не могу не спросить, партия снова сформировала для себя мнение по поводу этой всей истории? Безусловно. Какое оно? Мы рыночники. Мы считаем, что частная собственность священна. Мы считаем, что люди должны иметь возможность работать, развивать тот ресурс, который у них есть, особенно если люди живут в селе, развивать землю, аграрное производство. Но при этом мы должны понимать, в какой ситуации сегодня находится Украина. То есть мы принципиально за рынок земли, но с одним большим но. В стране, где отсутствует правовая система, где отсутствует наказанность, вернее, полная безнаказанность, и где отсутствует доступ к нормальным кредитным ресурсам, потому что финансово-банковская система Украины уничтожена Гонтаревой, и нет возможности минимально взять ресурсы в банке для того, чтобы развивать свой участок земли или свой пай, это приводит к тому, что этот рынок будет неконкурентен, искривлен, и у нас огромный шанс повторения дикой приватизации 90-х годов, только по земле, по ресурсу с землей. Когда вроде благое, правильное намерение, давайте всех сделаем собственником предприятий, они должны были пройти акционирование. В итоге мы получили десяток олигархов. То же самое, огромная угроза может повториться на земле. Ведь у селянина, который, у жителя села, у которого есть пай, или у его жены, или у его мамы, вот достаточно для того, чтобы делать свой аграрный, например, бизнес какой-то. Он не, ему не дается одновременно с предложением рынка земли инструмент, где он может пойти взять деньги, дешевые, подчеркиваю, деньги, не под те ставки, которые сегодня, и вложить для того, чтобы купить трактор. Все, что у нас сделано на самом деле, это нас подталкивают в это якобы цивилизованное плавание, только антикоррупционный суд так и не состоялся. Вообще судебная система, фейковая реформа, которая якобы проходит, она так и не закончена. И она нереальная. И безнаказанно сегодня часто Минюст становится не борцом с рейдерством, а источником рейдерства, когда реестры, которые под их контролем, переписываются, и в один день люди просыпаются не собственниками, особенно это касается как раз аграрной тематики, не собственниками своих предприятий. Так вот, когда в стране номер топ-1 коррупция, когда в стране процветает рейдерство, открыть новый рынок основного ресурса, который сегодня в стране остался, это преступление. Только одновременно с посадкой, я бы вообще сказал, с расстрелом нескольких очень известных персонажей, которые, коррупция которых это притча во языцах. Тогда можно открывать и понимать, что не полезут, потому что будут понимать, какая ждет. А сегодня отсутствие наказанности за коррупционное преступление и часто за преступление криминального характера, она приводит к тому, что люди просто, ну, делают все, что им захочется. Хорошо. Ну и последняя тема. Это тема, собственно, продолжающейся войны. Сложно строить какие-то планы системные в стране, где, собственно, вот война является объективной реальностью. Смотрите. Первое. К большому сожалению, сегодня война в приоритетах украинцев отошла с первой, второй, третьей позиции дальше. Потому что уровень экономического кризиса и выживания каждой отдельной семьи, особенно если это не близкая к зоне конфликта территория, он становится более острым. Вопрос тарифов, цен,
Но при этом, безусловно, война является сдерживающим фактором. Я считаю, что война лишь только не есть сдерживающим фактором, что Израиль, проходя несколько войн, все время постоянно развивался, привлекал инвестиции. То же самое с Южной Кореей. У них до сих пор нет мирного договора с Севером. У них временное перемирие подписано, 60 лет. Страна 11-я экономика в мире. Мы говорим о том, что нужна стратегия. В чем большая разница, и мне очень приятно говорить о том, что мы единственная политическая сила, сегодня я это ответственно заявляю, у которой в стране есть четкая политическая адженда и план по заканчиванию войны мирным способом, дипломатическим способом. Ни власть не имеет стратегии, ни те, кто претендует на власть, называется оппозицией, тоже не имеют стратегии. Отдельные лозунги, популизм сплошной. Мы считаем, что Минский формат выполнил свою функцию, он не может быть реализован так, как он написан. Он должен быть трансформирован. Мы считаем, что должен быть Венский формат перенесен даже из Минска географически в нейтральное действительно государство. Мы считаем, что за столом, кроме Франции, Германии и России, должны сидеть Соединенные Штаты и ОБСЕ. Их штаб-квартира, кстати, в Веде. А по сути... Сегодня все говорят о миротворцах. Впервые тему миротворцев поднял Сергей Тарута в 2016 году на Мюнхенской конференции. Тогда Порошенко от этой инициативы отмахнулся и сказал, что это нереально. На самом деле сегодня все это говорят, только, к сожалению, не мы выступили инициатором, а Россия. И теперь это как бы мы за ними идем в фарватере. Но миротворцы сами по себе – это правильный инструмент, но они не решат вопрос. Потому что более важный вопрос, и наш план «Три основы», он заключается в легитимность, безопасность и доверие. Безопасность – это миротворцы. Ну, кого им охранять? Захарченко или Плотницкого? Или этих ОБСЕшников? Может, нужно поставить туда легитимную власть? А теперь вопрос, как? Избрать? Выборы невозможны. Порошенко назначит туда губернатора? Невозможно. Дождаться, пока нового назначит Путин? Нет. Мы предлагаем временную администрацию. Временную администрацию, чтобы Украина, как Киев, как суверенитет, который на той территории не ставится под сомнение, запросил ООН назначить нейтральную временную администрацию из казахов, канадцев, австрийцев, не из участников переговоров. И такие прецеденты есть. Так было в Восточном Тиморе, так было в Боснии и Герцеговине. Ведь миротворческая миссия подразумевает согласие двух сторон. Россия стороной конфликта себя не считает. Соответственно, мы попадаем в ситуацию, когда они говорят, ну пусть ДНР согласится на миротворцев. Так только мы на этот путь идем, значит, мы их признаем стороной конфликта. Соответственно, это превращается во внутриукраинский конфликт. Хотя мы все знаем, что это Россия с Америкой. Меряются на нашей территории, кто круче. И самое главное, третья основа – это легитимность, безопасность и доверие. Как вернуть доверие между двумя этими частями Украины, где проживают украинцы? Нужно, как только будет запущен механизм международной администрации переходной на 1.5-2 года, начинать восстанавливать платежи и поддержку и максимально снимать вот эту вот разграничительную линию для возможности возвращения переселенных лиц и для того, чтобы жители той территории могли приехать сюда и увидеть, что бандеровцы тут не ели никаких детей. Вот эти механизмы – это единственный путь выхода из кризиса. Просто миротворцы – это заморозка конфликта. Блокада – это продолжение войны. Насколько, ну скажем, если вдруг будет реализован такой сценарий, насколько это все может растянуться? Ну мы же должны быть реалистами, мы же должны как-то привыкать. Да, безусловно, я вам больше скажу, что сегодня, к счастью, наши посылы, которые мы поняли, что здесь в Украине бесполезно кому-то что-то доказывать, и Сергей Тарута, и я, и наша команда, мы начали работать за рубежом, пытаясь донести эту идею. И она услышана и в Совете Европы, и в Германии, и в Австрии, и новоизбранным канцлером Курцем, и она услышана в Соединенных Штатах. Сегодня она появилась в повестке дня. Думаю, мандат такой миссии мог бы быть 1.5-2 года, а за это время мы должны всей страной, включая ту сторону, написать новую конституцию страны, которая бы ответила на те вопросы, которых вы сегодня задавали. Что мы делаем с землей? Мы президентская или парламентская республика? И она должна, главное, начинаться правильными словами. Не мы Верховная Рада Украины, а мы народ Украины. И о чем мы договорились. И хватит делегировать вот тем, у кого сегодня уровень поддержки 3%, право говорить от имени уже, к сожалению, 40 миллионов. Андрій Ніколаєнко, голова політичної партії «Основа», бувся нашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. До бачення.